Это охотничье гладкоствольное ружье Сайга 412 12 калибра. Екатерина Литвиненко с оружием на «ты». Уже 5 лет она помогает людям оформить разрешение на ружье или пистолет. Своей работой, говорит, увлечена, несмотря на возможную опасность. Интересное, наверное, в том, что когда выходим на адрес, неизвестно, как человек себя поведет с оружием. Ну, то есть, наверное, не то, что интересно, экстремально. На работе девушка нашла и личное счастье. С будущим мужем трудились в одном райотделе. Но по службе они почти не общались, сблизиться помог случай. Наверное, первое время вообще не обращал внимания. А потом по работе вышли вместе на адрес, пока шли, разговорились и поняли, что между нами есть очень много общего. Ну, так завязались отношения. Катя и Андрей воспитывают 7-месячного сына Колю. На работе милиционерам зачастую приходится задерживаться допоздна. Пара не скрывает, без помощи бабушек и дедушек не справились бы. Каждую свободную минуту стараются проводить с малышом. В их семье 2 капитана, муж и жена в одном звании. Супруги и коллеги рассказывают дома, увлеченно обсуждают рабочие проблемы, стараются помочь друг другу советом или поддержать. И в решении семейных вопросов главным называют диалог. Обоюдно всегда. Мы всегда совещаемся перед тем, как принять какое-то серьезное решение, что интересует мнение обоих членов семьи. Ну, утверждает это решение всегда муж. Продолжит ли маленький Коля милицейскую династию, пара пока не задумывается. Главное, говорят, чтоб малыш рос здоровым. Виктория Вашкевич, Анастасия Горелкина, Павел Кубраков, медиагруппа «Объектив».